Че, парни, помните этот дроволет? Готов на ходу, короче, он куда поехал. Двигатель с мотоблока. Смотрите, здесь сделана цепная передача. Сейчас полный обзор сделаю. Поедем, сейчас его протестируем. По гомнам. Рама готова. Сейчас покатаемся, протестируем. А там уже можно будет что-то лепить сверху, облицовку какую-то. Мы тут нашли некое болото, я вот там на Ниве сидел. Но это было, блин, 3 года назад, и тут так заросше не было, и вот под ногами все мягкое аж. Сейчас будет ехать сюда. Вон он прет. Понимали, вот мы ходим, здесь жижа, вот она. Зря я кроссовочки обул. Пойдем, сейчас я вам покажу его. Короче, такой аппарат, смотрите. Вилка ураловская, рама ураловская, днепровская коробка идет через центробежное сцепление, цепь, и там звезда от мопеда. Толстенный кардан на задний мост, я уже стою мокрый, промокаю сразу. На задний мост с большими непонятными от чего-то колесами. Вот так эта передача идет, сюда сделана. Задняя, передняя, все дела. Едет он везде. Сейчас я сяду за руль, прокачусь. Вот чтобы вы понимали, я сейчас возьму камеру, попробую снять, где я еду. Давай, а как ты? А ты вдвоем поедем. Это первая передача. Мой микрофон не закрывай. Показывай смерть. Thank you.
я не знаю, это тихоходный аппарат, но у которого препятствий в принципе нету. Я вам сразу скажу, что вот здесь не проедет ни одна, ну, более-менее стандартная машина. Подготовленные, конечно, проедут, но вот там, где мы кружились по болотам, я извиняюсь за ветер, вот эти места, и вот там, вот тут линза и стоит. Это вот просто жесть. Это серьезная вещь. Это линза, где я сидел на Ниве. Раньше вот здесь сухо было. Открылись линзы старых родников. И вот линза, где я сидел. Я провалился. У меня и ретрактора вышло. На Ниве не взял, на мотоцикле возьмешь. Надо редуктор варить. Ты сними поближе. Я по-любому ее перееду. Иди ты, Саня. Могу дать. Первую включи. Еще, еще вверх. Теперь нейтралку включай. О, а теперь заднюю. Газани попробуй. Нет? Нет? Поставим пока видео. Дима, вторую. Газ и пошел. Дизайн этот. Да, подожди. Андрей, сходи, сзади. Не надо, не надо. Я сейчас. Я один ее возьму. Я один, я сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok.
Дим, заднюю включи. На, поснимай, ты прямо. Вот это просто мощь. Его теперь надо приводить по внешке и по техничке, доводить до ума. Ну вот вы видите, что здесь. Это старый родник. Линза его, он туда уходит. И там вообще жопа, что творится дальше. Ну, блин, это зверь. Конечно, подустаю я с ним. Можно так сказать. Даже ребенок может ездить. Вот смотрите, сейчас покажем вам. Сейчас поедет. То есть, видите, даже ребенок управляет этим дроволетом, говна, камышей и палок. Он вот в своей стихии. Это когда не хочется выкидывать металлолом с гаража, и есть сварка. Вот что-то получается из этого. Короче, Андрюха, точнее, Добруха засадил его, Андрюха пытается выехать. Еще чем хорошо, он легенький, его выдернуть легко отсюда. Ох, он его засадил куда. Ну просто гляньте. Отойди. Добро. Вот, смотри, глянь, он засадился. Ёлки-палки. Давай. Подальше, я вперёд. Ну как тебе? Ну-ка, гляди сюда. Глянь сюда. Что ты смеешься? Ты его засадил. Вот давай, он, виновник давай. Торжества.
лазили. Давай, садись, поехали. Он легенький, его вынести так можно, смотрите. Оп. Вы его с одной ямы в другую тащите. Ага, Андрюха тапок потерял. То есть, понимаете, развлекуха, да, смотри, весело, нет? Сейчас я смотрю, где? Лёд! Сейчас мамка нас убьёт. Сначала твоя нас, потом наша все. Давай сюда, Андрюха. Нет, туда вообще невозможно проехать. Вообще. Короче, Андрюха все-таки хочет попробовать взять это болото. Я не знаю, что из этого получится. Левее еще там более-менее. Вот здесь вообще, ну как туда ехать? Давай, пробуй. Давай. Что-то он едет там. Вот и все. Так, выскочь. Сейчас заднюю врубит и поедет. Пытается там что-то сам биться, но я туда не пойду. Я в кроссовочках сегодня. Я сегодня в кроссовках. Ну, Миха с Добромиром пошли ему на помощь. Тут идти невозможно, они вон полные ноги у них. Давай, давай. О, вышел, вышел, красавчик. Жаль, не там я, а. Это битва. Парни, все-таки, если хотите, чтобы мы в следующий раз проехали вот именно здесь, попробовали на нем. Но мы его в любом случае туда протянем, и руками. Но если хотите, чтобы мы засадили его вот в это болото, ставьте лайки, мы это сделаем в следующий раз. Как раз подготовим его получше, под ручки подошаманим там. То есть, как бы это просто кусок металлолома, который взяли и вечером под пиво в гараже сварили. И поехал он. Там самое дорогое, это двигатель от мотоблока. На Алиэкспресс заказан за 5000 рублей. Все. Все остальное просто валялось во дворе. Миха, короче, оттуда идет, он без тапок. Что-то он там подзарылся. Там глубоко, да, Линда? Да! О, поехал. А он рядом идет, а мотоциклет его едет. Я хотел сказать машина, мотоцикл. Он, короче, тапки пошел пока собирать. Мотоцикл пробивается через болото. Что-то он там долго борется, блин, с этим болотом. Вот назад пытается выехать. Ему бы еще хорошую резину туда, не вот это лысье, а какую-нибудь МТ-ху хотя бы такую, средней паршивости. Мне кажется, он будет ползти вообще везде. Колеса стравлены в ноль, но за счет своего веса... За счет своего веса он вообще ехать не хочет. О! Посмотрите на него, это просто. Это
зверь машина.